Всем привет! Сегодня у нас, как вы поняли, очередной выпуск Китайки, и спешу поделиться с вами, скажем так, одной офигенной новостью. Мы выбили нового имба-героя на данном аккаунте. Как вы, думаю, поняли, кто это? Это кто? Это ворожай, ребята. Я вчера так зашел, думал потыкать, не было времени, и с бесплатки достал все-таки ворожая. Сейчас мы его немножко прокачаем, попытаемся пройти новые волны, локации, зафармить по максимуму. Так, где там наш? Забираем плюшки. Вот он наш ворожей, карта есть одна. Ну, открываем ворожея. И смотрим, что там у него по талантику получилось. Огненная защита 2.8. Ожог. Ну, давайте ожог поменяем, поставим. Сейчас немножко его подкачаем. Хотя бы до уровня 100 надо догнать. Так, кого мы поменяем на таблетки? Кто у нас тут есть? Так, его оставляем. Друид. Гарпий тоже не особо хочется выбирать. Поменяю его. Так, делаем вот так вот. Уже 12 тысяч силы. Неплохо. Вот наш новый ворожай, мы будем в него вливать все ресурсы, потому что он реально будет нам все тащить. Так, надо немножко подфармить. Сейчас мы на ворожая поставим цепелину. Кстати, что у нас там по питомцам? Надо будет как-то выбрать день, навести здесь порядок на данном аккаунте. Так, оцепу надо подкачать. Скиллы, правда, я пока качать не могу, но на ресурсов не хватит на все. Так, ну поехали немножко подфармим. Ребят, кто смотрит реально все выпуски, меня вот в прошлом видосе интересовало, стоит ли донатить здесь на Минотавра. Ответов я так и не увидел, чтобы не проходить там подземки там и все остальное, чтобы быстро фармить, соответственно, не затягивать для вас видосы, потому что я их не хочу резать, я не хочу снимать отдельные видосы там про определенного героя, то есть я хочу снимать уже полный, скажем так, фарм от А до Я на данном аккаунте, поэтому напишите в комментах, донатить или не донатить. Если мы задонатим на Минотавра, мы его прокачаем на эти самоцветы, и он будет использоваться чисто в фарме золота. Золото, маны, то есть он не будет использоваться в прохождении локаций. То есть там, если подземки, мы будем все-таки их проходить без донатными героями. Вот видите, я 5 минут трачу и своего, и вашего времени на то, чтобы зафармить ресурсы. Close your eyes,
Ну, как хорошо с ворожаем идет, вообще супер. И урон, и отхил. Честно говоря, даже не ожидал, что мы достанем его. Для подземок у нас, в принципе, уже все готово. Думаю, займемся прокачкой героев и будем уже трешивать в дальнейшем прохождении. Правда, у меня пока танков нету. Но, как видите, герои вообще не проседают с ворожаем. Вот фармить бы хотелось бы намного быстрее это все. Думаю, для вас было бы в ускоренном режиме тоже интереснее. Фарм золота — это не такая уж проблема. Так. Так. Вот он, наш ворожей. Так, тут у нас уже не хватает ресурсов. Надо нам 300 тысяч. У нас, к сожалению, пока столько значков учетов нету. Так, хорошо. Хорошо. Побежали дальше. Так, что тут у нас? Значки почета забрали. Ну что, попробуем зафармить. Давайте начнем отсюда. Пробуем фармануть L3. Уже с ворожаем. Так, ну понятно. Без вариантов. Еще попытка. Ну, есть. Ну, как видите, вообще со второй попытки затащили смерть. Ну, поехали дальше. Ну. А, чуть-чуть нам не хватило. Ну, они уже все 90-е, как видите, их дохренищ. Так, кто сейчас у нас будет? Снеговики. Ну, тут есть вариант. Ай-яй-яй-яй-яй, чуть-чуть не хватило опять. Так, четвертую. Четвертую, я думаю, нам еще рановато. Надо хотя бы 120 уровень вкачать. Хотя, как повезет. Так, атланты. Атланты — это плохо. Потому что мы сейчас на них просто сольемся. Ну, последняя попыточка. Но тут без вариантов. Однозначно. Мне б столько тыковок. Так, хорошо. 15 тысяч следующий уровень. Так, квастики мы дофармим потом. Ну что, давайте попробуем Е-волну. Интересно, сможем ли мы ее зафармить с друидом. Ну, все, конечно, зависит от того, как они будут выходить. Сейчас, конечно, немножко далековато они убежали. Они сейчас нам половину зданий посносят. Ну, нормально. Третий заход. Ой, хорош. Третья волна есть. Четвертая волна пошла. Тоже, в принципе, неплохо, неплохо. Давай, 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 давай. Четвертая вообще налегке. Пятая волна пошла. Ну, давай. Вообще ни о чем. Вот вам ворожай, ребята. F-волна. F-волна. Смотрим. Ну, тут, конечно, уже пожестче будет. Но первую прошли. Да, вот вам и ворожай. Так, мои 80-е. Хорош. F2 прошли.
Ай-яй-яй, посливали нас. Осталось тековка. Ну, смотрите, в 4 дошли. Это при том, что у нас нету танков каких-то там особо прокачанных ебовых. Вообще супер. Так, тащим, 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 тащим. Отхил. Ой, хорош. Ну-ка еще удивите F5 пройдите. Это вообще будет жесть. Это просто будет жесть. Ну, блин, чуть-чуть не хватило, ребята. Ну, на волоске. Ну, давайте еще попробуем, что там. Интересно же. Так, тут понятно все. Без вариантов. Да, им бы немножко уровень подкачать. 80-ми героями с первыми, вторыми, третьими скиллами мы проходим волну F, где 110-е. Ну, думаю, это отлично. Ай, ворожея слили. Да, печальненько. Без вариантов уже здесь. Хотя, не, без вариантов. Но шансы есть. Еще заходик. Так, друида у нас слили. По отхилу у нас только остался воржей. Конечно, печальненько. Хотелось бы еще и друида для атаки. Ну, F3. Зданий, конечно, у нас не особо много. Ну, тыковка давай. Смотрите, что она делает. Ну, просто жесть. Супер. Так, самое главное, чтобы они позаходили все удачно. Так, ну опять та же самая картина. Ну, выжила. Сейчас все зависит от того, откуда они зайдут. А зашли они не очень удачно, ребята. Да, чуть-чуть нам не хватило, как видите. Ну, поехали, последняя попытка. Ну, как видите, я прохожу все без особо там расстановки. Чисто на фарт бегаем. Да, все-таки нас слили. Но ворожай. Четкий, четкий герой, ничего тут не скажешь. Так, хорошо. Есть. Зафармили это. Смотрим, что у нас тут еще сегодня есть. 80 кулачков. Спасибо, спасибо. Вызов. Просто на изи затащили. Я бы так сказал. Ну, сейчас на изи сольем. Да, тут 180-е, 200-е вижу. Стрелки. Нереально просто. Но мы чисто ради самоцветов сейчас. Ну, давайте. Такой вот ник интересный. Русский. Прошли. Ну, давайте вот этого еще. Блин, не взяли ворожая. Ну, шансы, не знаю. Не, без вариков. Хотя... Ну, скорее всего, что без вариантов. Тут сейчас нас тоже, думаю, ушатают. Некрос. Фрэнки, шапка. Ну да, совсем не донатный игрок. Так, есть, закончили. Забираем. Побежали дальше. Забытая. Ну, как видите, в забытой тут вариантов не особо много. Тут можно просто заходить и сразу выходить. Без вариантов.
Странно, странно, что-то нас выбило. Дала нам дисконнект. Бывает. Так, есть еще один. Да, даже не засчитала за него попытку. Так, тут зафармили. Давайте тут посмотрим, что у нас. Сезон прошел. Сезон прошел. Давайте попробуем в руины. Ворожай. И вот так вот. Ну, интересно, с кем мы тут сейчас попадем. Кого мы сможем тут слить? Да, что-то здесь печальненько, смотрю, с рендомом. Мало кто бегает в эту локацию на такой силе. Надо в гильдию вступать, чтобы водили. Как нуба. Не, нашли все-таки кого-то. Ничего себе. Еще и донатного. Ну. Первую волну затащили почти. Так, вторая волна. А как видите, маленькая сила, есть возможность еще более-менее проходить нормально. Если у вас сила большая, то будут тут некросы попадаться через раз. Да, чтоб не сглазить первый раз, и пока удачно бегаем. Третью прошли волну. Так, четвертая. Сразу мы их поминусовали жестко, причем. Так, не дайте Атланту. Ай-яй-яй-яй-яй. Вот так вот сейчас половину героев просто потеряем на Атланте. Дали Атланту включиться. Печальненько. Ну, в принципе, думаю, что уже все. Хотя нет, мой ворожай еще там что-то бодается. Пытается, по крайней мере. Все. До пятой дошли. Это уже четенько. Так, 90. Ну, награды, конечно, не топовые. Ну и на этом спасибо. Так, ну, в принципе, я все остальное дофармлю отдельно. Что тут у нас? Тут у нас еще ничего не начиналось, и нам там ничего не светит однозначно. Как обычно, у нас бах с королевской битвой. Без этого никак в последнее время. Сейчас перезапустимся. Да, поэтому пишите в комментариях, будем ли донатить до Минотавра и потом его эпически прокачивать или нет, или будем вот так вот решивать долго и нудно. Так, ну смотрим, что у нас в королевской.
А у нас уже пятый уровень. Это уже серьезно все. Синие кристаллики капают, это самое главное. Да, это не на моем аккаунте за 2 секунды никого нет. Тут надо поднапрячься. Да. Надеюсь, мы скоро докачаем здесь королевскую. В принципе, можно, думаю, заканчивать. Мне главное, чтобы вы отписались в комментах, что мы будем делать. Остальное, в принципе, до фарма. Тут не особо такая топовая локация, где надо терять и мое, и ваше время. Поэтому пишите комменты, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, репостите видосы. Как я обещал, у нас будет акции. Сейчас и только немножко времени у меня много больше будет именно на этом аккаунте. Будут проводиться розыгрыши. Ну, в принципе, все сказал. Всем спасибо. Спасибо за просмотр. Спасибо за то, что поддерживаете. Всем пока.